Всем привет, вы смотрите мир глазами охотника. Сегодня рыбачу с поплавочкой. Рыбачим не на реке, это такое ответвление. Когда-то это был маленький приток речки, ну такой ручеек. Когда мелиорация была, его перекопали. Ну сейчас это такой как бы старик. Старик с небольшим течением. Там дальше он переходит в канаву и канала там уже идет дальше. Когда-то это была река. Козел кричит. Там. Пока не клюет. В общем, все самое утро с удочкой просидел. Ни одной рыбки не словил. Сейчас не вынесла душа, поэтому беру спиннинг. Последняя попытка. Пройдусь со спиннингом. Есть. Взялась. Наверное, щучка. А может и нет. Сейчас посмотрим. Что-то неплохое. Упирается так бодро. А не окунь. Хорошенький. Хорошенький окушок. Опа. Такой бодрый окунь. Красавчик такой. А заглотил полностью. Жадина. Что ты такой жадина? Давай. Хороший окунь. Ах, весна. Тема. Птички поют. Солнышко светит. Класс. Переехал еще на одно место. Ну как переехал? Уже домой ехал. Ну, сейчас уже после обеда. Там свои дела поделали. Сейчас после обеда, думаю, попробую еще в одном месте половить. Может, с обеда типа расклюется. Отлично. Первая рыбка, вот густерочка небольшая, такая. Ну, сейчас отпущу, посмотрим, что будет клевать. Рыбачим на манку обычную. Я, короче, забыл крючки дома. Они у меня в зимнем лежат. Первый раз в этом году на поплавочку, кстати, ловлю. Там есть какие-то, но они большеватые. Никак не на такую мелочь. Так что бережем этот один поводок единственный. Латвичку вот небольшую поймал еще. Сейчас меня туча походу прогонит. Я все надеялся. Только вот рыбка начала попадаться.
хоть и маленькая, но вот это уже неплохая густерка. Сейчас типа начался дождик. Стороной, наверное, зацепит троху. Наверное, надо идти брать камеру. Блин. Выбирать. Сейчас намочит. Экран телефона-то уже мочит. Вот пошел дождь. Ну давай, сейчас рыбку ловлю и забираю камеру, потому что жалко будет. Опа. О, о. Как дождь пошел, так и рыба пошла нормально. Блин. Плотва нормальная. Вот дождик переждал 20 минут и сразу плоточку словил. Только вот не знаю, обратно эта туча возвращается, в общем-то. Ого. Ого. Тоже серьезно, густера. Ох. Такая. Ну это уже конкретно. О. Опа. Густерина такая, грамм 150. Красноперочка. Красивенькая. С красными плавничками. Еще один вид рыбы осилил. Опа, хорошая что-то. А, нет. Просто сопротивляется так. Красноперочка. Еще одна. Крокодил не ловится, не растет кокос. Начал ряску гнать и забивает поплавок. Ну, некомфортно ловить, да уже и надоело, если честно. Совсем слабо клюет. Такой вот получился первый выход с поплавочкой в этом году. В этом году планирую немножко побольше рыбалку поснимать. Не знаю, как, конечно, будет заходить. Если нормально будет видео заходить, то будет, конечно, стимул. Не очень зрелищная рыбалка получилась, но душевненько так посидел, порыбачил. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал, увидимся в угодьях.